всю жизнь думал, что у тебя болело сердце, а оказалось, надо проверить желудок. Или наоборот. Такое бывает, говорят врачи. Причина – в организме желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая система тесно связаны. Заболевания желудка маскируются под сердечные боли, сердечно-сосудистые заболевания провоцируют боли в желудке. Допустим, наличие желчекаменной болезни либо хронического гастрита могут вызывать разные нарушения ритма сердца. Те же экстрасистолы, тахикардии. Иногда вот этот симптом изжога, который характерен, ощущение кислого после приема пищи и жжение в груди, пациенты связывают с патологией желудка, там, язвенной болезнью или гастрита. А часто этот симптом является признаком ишемической болезни сердца, либо развития острого инфаркта миокарда. Когда поражается нижняя стенка у сердца, вот на картинке, она как раз прилежит у нас к желудку, то иногда даже инфаркты с поражением задней нижней стенки поступают сначала в гастроэнтерологическое отделение с подозрением на язвенную болезнь, либо гастрит, а оказывается, что это инфаркт. Поэтому не надо думать, что вот если заболело в животе, либо появилась изжога, это чисто там, как у нас народ обычно делает, пьет соду, подавить кислотность, да, или там выпить горячего молока с медом. Не, надо пойти обследоваться, потому что иногда маскируются серьезные сердечные заболевания за вроде бы безобидными симптомами.